якому ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер же майже кожну людину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Ти пам'ятаєш прекрасні світанки, батьки, країна, це доньки, сини. Андреем вот отличало вот два качества. Как, в первую очередь, как мужчина, это человек, который хозяйский такой, мужественный, при этом очень интеллигентный и скромный. А вот как гражданина, если взять гражданина, то вы знаете, это вот то, что он был очень инициативный. То есть он всегда и как волонтер помогал вместе с Аней. Анечка где-то тут, да? Вот. И дальше уже, когда с нами в самообороне, он всегда старался максимально что-то сделать. Вот. И вот еще, знаете, качество, то, что, которое очень важно, наверное, в людях, это небайдужность. Это не безразличие. Вот Андрюха это отвечал. Сказать, что пусть эта мемориальная доска будет напоминанием о тех героических поступках, которые олицетворяет наш герой, Андрей Назаренко. Но таких парней полегло немало в этой войне. И пока мы помним о них, они живые. Мені пощастило, тому що я мала щастя знати цього неймовірно красивого хлопця, як справді сказали, відданого, надійного друга, волонтера, який, маючи можливість жити без турбот, ходити в плавання, вирішив відкласти якісь такі особисті перспективи в той час, коли батьківщина в вогні. І сьогодні я маю велику честь від імені всієї громади вручити першу медаль, перший пам'ятний знак за номером 1 якраз батькам Андрія Назаренка. Грамота посмертно Назаренко, якою нагороджується Назаренко Андрій Володимирович, старший солдат роти глибинної розвідки 131-го ОРБ. Я всім вам покажу, як виглядає. От на картинці, так? Так виглядає цей орден, зараз покажу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Для мене велика честь, що я вместе з Андрієм був простим волонтером в Новому Маріуполі. І перший, звісно, слова благодарності родителям Андрія, преподавателям, однокласникам, однокурсникам, бойцам. Сегодня, конечно, трагический день, но он настолько символичный. Сегодня, 9 сентября 43 года, город Мариуполь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. И сегодня вот подвиг Андрея настолько актуален для нас. Он пример для подражания, для сотен, для тысяч мальчишек города Мариуполя и Украины. Какие должны быть настоящие герои? Вечная память, Царство Небесное нашему Андрею, память жива будет о нем. Бесконечно. Герою Андрію Назаренко, третє. Слава! Слава! Слава!